Вот приехал я в Москву, вместе с мой жена и брат. Будем и столица мать, валь на рынка торговать. Мы живем один на кухне, в смысле весь моя родня. Человек, наверное, 30, не считая имена. В общем, мест всем хватает, на плита и на балкон. Но бивает тот ночи, упадет чуть-чуть с плафон. Очень много здесь народу хочет кушать круглый год. Говорят, вот только как-то весело, а наоборот. Но москвич народ хороший, не пойму лишь год подряд. Как такой красивый город, в честь машины называют. Приходит очень много разный добрый человек. То бандитов, то пожарник, то инспектора везде. Из налогов, из управы, сверху, снизу, слева, справа. Очень мне нужны Москва, наши зумы, курага. Самый свежий персик, ташкентский, покупай, 50 рублей всего, одна штука, две штуки 100 рублей, это же немного, 100 рублей. Ты что за девочка, поставь мне свежий персик.